Банковская деятельность – это один из системообразующих сегментов экономической деятельности любого государства. От надлежащего построения банковской системы страны зависит экономическое благополучие и ее социально-политическая стабильность. Представляю вашему вниманию учебник «Банковское право», написанный замечательным авторским коллективом, в состав которого входят декан юридического факультета, заведующая кафедрой предпринимательского права финансового университета Гульнара Флюровна Ручкина, заведующая кафедрой правового обеспечения экономической деятельности РГУП, профессор МГЮ имени Кутафина Елена Михайловна Ашмарина, начальник правового обеспечения ООО «НБК Банк» Фазик Арамович Газитулин. Учебник структурирован таким образом, чтобы учащийся прежде всего кратко ознакомился с теоретическими аспектами правового регулирования банковской деятельности и увидел перспективы и направления развития действующего российского законодательства, регулирующего банковские отношения как одного из сегментов целостных экономических отношений. Материал книги позволяет усвоить систему правового регулирования банковских отношений, а также особенности правового обеспечения отдельных сфер банковской деятельности, например, правовое обеспечение деятельности Банка России, кредитных организаций, органов банковского надзора. Учебник полезен также и для работников органов представительной и исполнительной власти, органов управления, финансовых работников, так как дает возможность квалифицированно ориентироваться в том массиве информации, каким является правовое обеспечение банковской сферы экономической деятельности в современном мире.